Всем привет, дорогие друзья, с вами Феликс. Сегодня я решил сыграть симулятор горнолыжника под названием Sky Challenge 13 года. Начнем. Так, play. Тут нам нужно создать персонажа. Так, покрутим. Нажимаем сюда. Все, настраиваем цвет. Его форму. Я не знаю, какой выбрать даже. Крас. Нет, туп. Синий возьму. А тут? Такой вот салатенький. Нет? Короче, желтый возьму. Вот. Выбрать можно тут парня или женщину. И можно выбрать лыжи себе. Но я выберу. Ну, не знаю, вот эти, наверное, возьму. Вот эти тоже нормальные такие. Нажимаем back. Тренинг. Ну ладно, тренинг. Play. Выбираем страну. Или карту. Ладно, вот это выберу. Так, тут солнышко. Что там, может, снег? Ладно, солнышко поставлю. Нажимаем play. Так, убираем. Грузится. Управление очень простое на самом деле. Просто стрелочки и пробел. Но я пока только в эту играл, вот карту. Не знаю, может еще какие-нибудь кнопочки понадобятся. Это что? Скорость. Ладно, так, середку поставлю. Лыжи оранжевые стали. Ну ладно. Плей. Все. И все. Можно ехать спокойно. Вот, у нас противник такой. Вот. Прозрачный. Вампиры. Не вампиры, а привидения. Просто бешеная скорость, я не успеваю иногда поворачивать даже. Ботом легко быть. Оп-оп-оп, все время там мне. Тренер или не знаю кто, и болельщики. Ага, блин. Надо же. Блин. Капец. Шлепался, да. Придется нам его догонять, вон он вдалеке. Козел такой. Конечно, очень сложно, да, управлять. Если хотите, можете сами попробовать. Ссылку на игру я в описании выложу. Не знаю, догоню я его или нет. Скорее всего, нет. Он удрал, блин, не знаю куда. На финише уже, наверное, небось стоит, чай пьет. Вот финиш. Но это не последний круг. И не первый. Точнее, первый. Вот так вот. Вон я, кстати, его макушку увидел. Скорее всего, догоню. Я надеюсь на это. Так. Черт, опять сбился. Вот все. Кстати, если отвлечься от игры, такой красивый пейзаж. Такие горы большие вообще. Прям как наяву.
В общем, крутая игра, всем советую. Фуф, блин. Чёрт. Ну это поход финиш, да? Да, финиш. Ну ладно, в этот раз не повезло. Повезет другой. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Если вам понравилось видео, конечно. Я вас прям не заставляю. Ну ладно, в общем, пока.